читающему эти строки, прогуливающему уроки, окончившему школу на тройке, работающему на стройке, отрабатывающему удары в боевой стойке, насмотревшись Рокки ради девушки с курсов шитья и кройки, у которой койка в общежитии и в комнате еще три койки. Новостройки, новостройки, новостройки. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам завтра. Возможно, прекрасный борец превратится в развалины. Мы идем от окраины к центру, чтобы вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Тебе, внимающему этим звукам, пока ты жрешь свой бифштекс и картошку с луком, запиваешь пивком и дымишь окурком, тупишь в телевизор, где место одним придурком, смеющимся их идиотским шуткам, от которых на сердце тоска и скука, и во рту сука, в голове разруха. Еще немного и совсем тухло, если лежать на диване вертрюхом, доверяя сплетням и слухам, так и останешься дубу-дубом, бабу-бамбу. Сейчас я тебе расскажу по пунктам. Тебя покинет тому со стрелой и луком. Твоя невеста сбежит, здесь свадьба, сука. Всем, кого ты считал своим лучшим другом, ты слышал об этом лишь краем уха. И вот оно здесь, и дело глухо. Так что слово не можешь выговорить даже по буквам. И без стука входят те, кто раньше входил только со стуком. Так что не ругай коня, волочать за плугом. Не ори на него, типа давай, пошел, ну-ка, налегай на плуг и дави всем брюхом. Не имея дома, не проникнешься его духом. Не имея жены, не услышишь, что она шепчет в ухо. Не имея детей, ничего не расскажешь внукам. Так что это пока не кровь, а клюква. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам завтра. Возможно, прекрасный дворец превратится в развалины. Мы идем от окраины к центру, чтобы вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам завтра. Возможно, прекрасный боец превратится в развалины. Мы идем от окраины к центру, чтобы вдохнуть красоты и уйти на другие окраины. Смотрящему на все глазами человека, которого только что заказали, себя забили и ощипали, посолили, замариновали, на куски нарезали, на стол подали, прогласили, но так и не разжевали. В общем, померкли в глазах все дали. Твое место пустует в нашем зрительном зале. И от Казани, и до Рязани больше не сыщешь той Юрюзани, в которой плох со вчера в Казани. А здесь все как всегда, как в казарме. Зимой телега, а летом сани. Попутки нет, доберемся сами. Если будешь жив, выбирайся с нами. Встретимся дома под образами. Извини, что пишу на обычной бумаге за неимением гербовой. Торт неуместен не на базаре. Мы не знаем, что жизнь приготовит нам завтра.